Телеканал КРТ представляет. Поширення коронавірусу у світі має поки що обмежений і нейтральний вплив на економіку України. Про це йдеться в коментарі Національного банку щодо ситуації на валютному та грошово-кредитному ринках. Зокрема, у нас банку вказали, що український експорт продовжує зростати, а ціни на імпорт знижуються навіть швидше ніж на експорт. Водночас, зменшення обсягу вкладень іноземних інвесторів в гривневі облігації уряду упродовж останніх тижнів не є значними. Повідомили у Нацбанку. Хоча колишній міністр економіки Тимофій Милованов на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що епідемія коронавірусу в Україні, цитую, може призвести до кризи в економіці, в той же час як повідомляє оф Америка, паніка від коронавірусу стерла зі світових ринків 9 трильйонів доларів. А Блумберг підрахував, що вірус може коштувати світовій економіці майже 3 трильйони доларів цього року. Це близько 3% світового ВВП. Пане Юрію, от э, так виходить, що зараз э, те, що у нас по суті не ну, як, угроблена економіка, і те, що у нас не поширений зовнішній і внутрішній туризм, то виходить нас і врятувало. Інакше звідки цей оптимізм Нацбанку. Ну, Нацбанк, э, Міністерство економіки злучає песимізм. Давайте вначалі э, успокоїмо телезрителей, тому що... Вот много шума вокруг коронавируса, но Всемирная организация здоровья говорит о том, что официальная статистика, что от обычного гриппа в мире в год умирает 600 тысяч человек. На сегодняшний день подтвердилось от этого коронавируса, или кевит, как там его штамм называют, да, штам определенный, погибло официально там более 3000 человек, то есть несоизмеримо. В Украине вот буквально сегодня есть информация, что излечилось два украинца от этого. Если мы проанализируем карантин корабля в Якогаме, который стоял, где было 600 заболевших, все выздоровели, а два человека умерло, но этим двум людям было 80 лет, поэтому от А каких 24 члена украинского украинских были в экипаже, даже не это Да. Заразили. То есть поэтому вот этот весь психоз, знаете, есть такая вот тоже информация. Когда в Швейцарии повышаются коммунальные платежи на 2%, то суицид увеличивается в 3 раза. Но настолько стрессово-неустойчива Западная Европа. Да? А в Украине шутят: да, когда у нас бензин или доллар дорожают в 2 раза, мы просто едем, заправляемся и меняем доллары. Поэтому и последнее так, чтобы на позитивной ноте, чтобы люди вечером было хорошее настроение, а не нагружать всеми проблемами. Знаете, по поводу коронавируса есть такой интересный одесский анекдот, когда два человека встречаются и говорят, почему ты не в маске, коронавирус А тот говорит, ты знаешь, мне 75 лет, у меня там простатит, варикоз, язва желудка, диабет, мочекаменная болезнь. Если коронавирус попадет в мой организм, то ему придется встать в очередь. Поэтому у нас есть другие проблемы в экономике, и точно не коронавирус это проблема. У нас проблема, это, которая вот, болезнь, да, это не Федов, да, руководитель таможни, который почему-то до сих пор не снят. У нас проблема болезнь. Это Верланов называется, это глава налоговой службы в экономике. Ну вот две болезни мы из организма вылечили. Это Маркарова и Милованов, на которых мы ссылались. И то Ватюшев вот да. пишет в Фейсбуке? Ну он будет писать, потому что ему он человек, ему надо привлекать к себе внимание. У нас Гончарук дал интервью после того, что он чего-то добился. Ну может он лично его семья там чего-то и добилась благодаря этому премьерству. Но чего добил? Все українці, то ну, коли видим. на посаду замість Милованова пішов його заступник, то воно що рішає питання? Ну, честно говоря, з вот кадровими вопросами це большая проблема. Смотрите, перше засідання правительства: два вопроса: и коронавірус. Сьогодні, опять, ми слышим информацию, что премьер-министр подписал э, вопрос, э, там, подписал решение штаба о коронавирусе. Возникает вопрос, э, ну, вот, э, господин премьер-министр, а вам, вы все вопросы уже решили, вам надо заниматься коронавирусом? У нас, слава богу, поменялся министр здравоохранения. Пришел Емец, да? Кажется, фахивец. Это авторитетнейший человек не только в Украине, а и за рубежом, который делает уникальные операции на сердце для младенцев. Да? То есть это светило мировой медицины, директор института, был уже министром здравоохранения. Но он лучше всех нас с вами разберется с коронавирусом. Пусть он выходит на экраны и говорит людям, какой заниматься профилактикой. А может это для пиара? и все, да. Но точно не премьер-министр. А может просто вот. отверто желание попиариться? Потому что это сейчас вопрос в тренде в целом свете. Я вам скажу по поводу пиариться тоже есть вопросы. Вот новое правительство, 4 дня рабочих, 4 рабочих дня на должности. У меня возникает вопрос. Вот решены все вопросы, решены кадры вопросы, презентована экономическая политика, намечены шаги, и мы по ним идем и понимаем, что мы держим все под контролем, все будет хорошо. Но нет уж такого, да? Но при этом в четверг на 1 плюс 1 право на владу, Ток-шоу. Три часа. Премьер-министр. Три часа на ток-шоу. На следующий день. Свобода слова с Авиком Шустером. Премьер-министр. Три часа на ток-шоу. Можно позаработать? сейчас? Э -э, ну, послушайте, вот э -э, вы меня пригласили, я готовлюсь на встречу, mm -hmm. да? Я смотрю какие-то цифры, какие-то ситуации. Так я сегодня не чиновник, но это занимает время из уважения к вам и к зрителям, правильно? То есть три э -э, часа выдержать ток-шоу по разным вопросам, ну, это надо готовить. То есть из четырех дней, два дня новое правительство отдало на пиар. Но ну, эти подходы очень разочаровывают. Снимите вопросы, наведите порядок, а после этого проведите через месяц пресс-конференцию и скажите, что вы сделали и куда вы движетесь, и все.